Дамы и господа, промоутерская компания ОФС представляет вам трехраундный бой в полусреднем весе. И в синий угол приглашается боец из Турции. Встречайте, Марат Хасанов! Добро пожаловать, боец из России! Встречайте, Давид Фартанян!
Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Бойцу 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 4 боя, 3 победы и 1 поражение. Чемпион Турции по боксу. Призер чемпионата Турции по рукопашному бою, дамы и господа из Турции, Марат Хасанов. И его соперник в красном углу. Бойцу 22 года, рост 173 сантиметра, вес 74,5 килограмма. Профессиональный рекорд – 2 боя, 1 победа, 1 ничья. Двукратный чемпион России по боксу. Мастер спорта по этому виду спорта, представляющий клуб Arm Fighting Championship из Келеншика, Россия, Дави Фартаня. Рефери боя Станислав Новицкий. Команда моя, слушаем внимательно. Бой ведем активно. В затылок удары запрещены. Шейно-ключичный отдел не бить. Локтем удары разрешены, кроме колющих ударов. Коленом в партере в голову не бить. Руки пожали. Удачи по углам. Церемония награждения. В октагон приглашается президент Future Star Акван Бекракян.
Дамы и господа, рефери поединка Станислав Новицкий остановил бой через минуту и 46 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Давид Фарданя! И аплодисменты его сопернику Марату Хасанову. И слово победителю! Всем привет! Немного устал. Во-первых, хочу сказать спасибо Артуру Бегаркяну, то, что он дает возможность нам выступить на таком замечательном турнире ФС. Во-вторых, хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня. Друзья, братья, тренер мой Заурчик. Спасибо ему. И еще хочу сказать, у моей мамы завтра день рождения. Мам, я еду с подарком. Эс хахтанака наберу меч зиворный. Хаяста. Давид Вартанян. Хороший подарок маме к дню рождения.